В Северском районе прошли масштабные учения волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Молодежный лагерь «Дубрава» встретил добровольцев из Чечни, Карачаева-Черкесии, Краснодарского края, Воронежской и Ростовской областей. Торжественную церемонию открытия посетили представители Краевого и Северского МЧС, Следственного комитета и полиции. Именно эти структуры активно взаимодействуют с волонтерами в случае пропажи детей. Мы приветствуем работу волонтеров в том плане, что дополнительные люди – дополнительные руки, глаза – это дополнительная помощь в организации поиска людей, пропавших в лесах. Мы заинтересованы в заключении совместного соглашения с Национальным центром помощи в рамках нашей повседневной работы. Надеемся на хорошее, плодотворное сотрудничество. Учения длились 5 дней. В ходе теоретического курса обучения участники обменялись знаниями и опытом, изучали новое. На территории Краснодарского края имеются такие многочисленные факты ухода детей из семей, пропажа детей. Это очень актуально. Актуально и действительно Национальный центр помощи оказывает серьезнейшее содействие правоохранительным органам именно в поиске детей, а также и в принципе отработки некоторых криминальных версий, которые возможны в связи с такими событиями. Закрепили полученные навыки поисками условно потерявшегося человека. Окрестности лагеря «Дубрава» хорошо подходят для отработки. Здесь сочетаются лесистые горные местности. Учебный поиск показал, что активисты успешно освоили программу и готовы к действиям в реальной обстановке. Хочется выразить надежду, что чтобы мы собирались всегда только на учения. Чтобы не было у нас никаких ни резонансных поисков, никаких поисков, чтобы не было, если даже вдруг будут эти резонансные поиски, вообще любые поиски, они чтобы сразу заканчивались заветным найден жив.